Коллеги, читатели, зрители и слушатели сегодня вспомнили 15 лучших журналистов, ушедших из жизни, но оставивших весомый вклад в становление и развитие нового облика столицы. Организаторы мероприятия отметили, что их незабвенные имена навсегда останутся не только в памяти и сердцах родных людей, но и многотысячных аудиторий, поклонников их безграничного таланта и человеколюбия. Автор проекта «Идея память в наших сердцах» является известный журналист, первый пресс-секретарь столицы Сәдібек Түгел. Главная цель вечера – это почтить память известных заслуженных журналистов, которые проводили огромную работу по развитию новой столицы и освещению. В вечере принял участие также заместитель акима города Астаны Ирмек Аманшаев, который отметил важность проводимого события, особенно для молодого поколения. В рамках данного мероприятия были продемонстрированы видеосюжеты, посвященные их жизни.